достаточно непростой календарь у всех команд в этом сезоне, в том числе у нас. До этого играли 2 дня подряд. Как сейчас состояние физической команды, как команда работает, над чем? Ну, опять же, первые 2 дня у нас это было восстановление, то есть после этих тяжелых игр, которые мы провели, самое главное было восстановиться, и с сегодняшнего дня уже начинаем нагрузки и уже готовиться непосредственно к следующему матчу в «Зеленом дерби». Как раз таки о «Зеленом дерби», такая неудачная полоса идет, не можем выиграть, как-то это влияет, давит или наоборот спокойно к этому относитесь? Ну, как бы спокойно к поражениям относиться нельзя, понятно, что всегда переживаем, пересматриваем игры, смотрим, где недоработали, где что должны изменить, но это не давит, то есть как бы любой затяжной спад, это значит будет начало подъема, поэтому нет, просто готовимся, разбираем и очень хотим победить. Ну, как раз таки, можно чуть поподробнее соперники, может быть, сильные, слабые стороны, за счет чего мы будем их выигрывать? Ну, все, конечно, неохота сейчас рассказывать, но самое главное, что они очень хорошо борются, двигаются, поэтому нам тоже надо в первую очередь выигрывать единоборство один в один, играть больше шайбы, чтобы им не давать эту шайбу. Выход из-под давления очень активно играют, когда забрасывают нашу зону даже, то есть здесь правильно отладить, как выходить из зоны и с этого как бы получать атаки. Ну и, конечно, хорошо полезть на ворота, чтобы у них были удаления, и играть в большинстве, потому что последние игры не очень много у нас получается большинства против Акбарс. А это тот момент, где мы можем как раз переломить ход матча и выиграть. Нормальное самочувствие, восстанавливаемся, готовимся к следующим играм. Конечно, мы настраиваемся, все прекрасно знаем, что зеленое дерби, что хороший матч за очки, за какое-то уважение болельщиков, поэтому настраиваемся. Сейчас, в принципе, каждая игра важная, каждая команда, каждые очки. А то, что касается непосредственно этой игры, это, ну, на нашем сленге это игра за 4 очка. А что касается непосредственно соперника, потому что до этого неудачная серия была, о которой все журналисты любят говорить. Как сами это ощущаете и вообще как будем выигрывать? Ну, судя по журналистам, да, нам постоянно об этом говорят, как-то в упрек. Но это, во-первых, игра, во-вторых, можно делать и делать, как говорится, на шажок больше, чем соперник, и на ошибку меньше, чем соперник. Это все важные мелочи, составляющие победы.